Мы провели в группе голосование, и у нас есть победитель — синее платье крючком. Второе место у нас — белый палантин. И третье место у нас — понча для девочки. Так как палантин вязать несложно, я решила добавить еще одну модель, которая заняла четвертое место. Это летний кардиган. Вязать мы будем в группе. И потом, конечно же, я здесь добавлю все эти видео. Но если вы хотите вязать вместе с нами, присоединяйтесь.